Ну вот выгрузила свои опята в ванну. Еще один рывок перед обработкой. Одно радует, что мне завтра к 3 часам на работу. Сейчас пойду или кастрюлю куплю. Подумаю. Залью сейчас водой. Мы находимся в торговом центре Мария Ра. И здесь разные одежды. Зоомаркет, двери и ДНС. Вот, пожалуйста, Хозмаг. Все на ваш выбор. О, нашла. Из того, что есть в магазине, мне пока вот что предложили. Кастрюля Катунь. Продавец говорит, что это хорошего качества кастрюли, вроде бы как. Нет, эмалированный, но мне нужно для... А это... Это она вся такая большая? Или там один в один вставлен? Получается. А это чугунная, да? Это хорошая, но будет. Шире? Хотя нет. Ну там еще дно и вообще весь диаметр, ну близко к стенке, надо 28, чтобы не шире, чтобы вот так 20. Здесь покрытие антипригарное, угу. Ничего никогда не пригорит, он толстостенная дырочка, ручки не обжигаются. Тоже 22 внутренне, угу. Подходит на все. А вещи. Здесь вот как нельзя ничем замерить, чтобы мне узнать, потому что нам у нас стенка очень близко к этому, уже слов нет. Я бы и ту купила, если она не пригорает. Это же здесь всякие салаты, а это тоже можно две. В хозяйстве вообще нет таких вещей. Сейчас вот нам померяют. Это если я этими ушками не буду дотрагиваться к стенке. Ну 30, грубо говоря. Так, вот такая 3215, и объем здесь литров 6,3 литров. Ну вообще такая нужна для всяких салатов, там не пригорающая, да? Да. Это нержавейка обычная. Ну, здесь можно и зажарить, и потушить. А здесь это нужно будет варить, приготовить. Да, в общем, мебельный центр Гермес, мебельный центр Кая, всякий. Здесь расположен Сбербанк, на другой стороне Совкомбанк, оптики, аптеки, цветочные магазины. Новенький чехончик, сейчас проверю, как он входит. Что мне не нравится в нашем городе, то что среди такой вот красоты, посмотрите, переходим даже не плавно, вот к таким зарослям бурьяна, лебеды. Кто отвечает за это все в нашем городе? Ну что, еще одно включение. Я иду еще по магазинам. Матвей отправила с кастрюлями, с покупками домой на маршрутке. А сама пошла еще же в Валберес. И в Валбересе не получилось, в общем, купить чехол. У меня страшный. Если в какой-то магазин заходишь, где продаются эти аксессуары, нет под мой телефон. И этот, который я заказала, тоже большого размера. Поэтому хожу как... Ну, в общем, некрасиво. Да, сейчас машина проедет. Да, записалась на стрижку на 6-е число. Наконец-то. Ногти даже не знаю, нужно ли их делать. Я же копать картошку собираюсь. Нужно их просто отпилить немного, да и все. Потом уже, после того, как все сделаю, сделать ногти красивые. Ну, подумаю, в общем, еще. Просто так и времени особо нет. Сейчас еще нужно... Я думаю, сейчас пожарю картошки. Сейчас куплю какой-нибудь рыбки. Так, мясо, суп еще надо будет сварить. Это может завтра.
и займусь усердно грибами. Муж сказал, он не хочет эту икру из опят. Поэтому он хочет жареных или еще. Поэтому я еще буду думать, как поступить. Ну что, ложусь со своими опятами. Время 3 часа ночи. Ну, уже последний рывок. И все. Вот это осталось совсем чуть-чуть. Они не влезали в кастрюлю в эту. А сейчас тут немного подварились, усели. Я думаю, что все. Сейчас еще выбежать может. Холодненьким. В общем, классная кастрюля. Катунь это. Ну, как бы для первого раза. Нержавейка. Как раз по нашему этому диаметру. И учитывая, что она высокая, и тут у нас маленький промежуток. Вот. Так, другой у меня бардак. Но когда-то будет порядок. Важно вот это сейчас еще минут 20. Пусть поварится. И все. Надо его подключить поменьше. А то будет выливаться. Так, ну а здесь вот порция. Это уже тут отварила и это отварила. Ой. Ну и как всегда, целая куча отходов. Ну они, это влажные ножки, в общем, ерунда. Темные те, которые я брала переросшие, они мне не понравились. Поэтому вот это все, что отходы, сейчас я убираю, мою ванну, пока там варится, и спать. Завтра с 3 часов на работу. Главное, что я их отварила, поставлю в холодильник, а дальше будет. Всем привет! Сегодня второй день. Я пришла с работы после 10, отдохнула, поела и продолжаю процесс приготовления маринованных опят. Несмотря на то, что они крупные, может, не такой уже и эстетичный вид, но они очень вкусные. Муж сказал, только маринованные. Я не, говорит, не мучься, не нужна эта икра. И поэтому две кастрюли у меня, я счастлива, что я их купила. И поэтому я готовлю маринованные опята. Что с рецептами? Посмотрела рецепты в интернете. Сначала, ну они же у меня хранились в холодильнике, уже все перемытые, отцежены. И я взяла рецепты, где маринад на 1 литр берется воды, туда там 2 ложки соли. Что-то я там позаписывала сейчас. 2 столовые ложки соли. И 2 столовых ложки уксуса. Потом по чуть-чуть добавила соли, запомнила сколько, не всю дозу. И подумала, это же берется на... Туда там идет 2 килограмма опят, но они же, наверное, сырые из расчета. В общем, стала искать рецепты с отварными грибами, потому что они тяжелые очень. Там немножко изменился, там еще и сахара добавить. В общем, вспомнила старые добрые времена, как мама готовила эти большие такие чугуны на улице, знаете, буржуйка, грубка. И вот она варит, и все, Наташа, иди пробуй на соль, иди пробуй на вкус. И, в общем, напробуешься, вроде подходит, но чтобы не взорвались. Вот. И я пошла тем же путем, в общем, добавляю. Теперь уксус так примерно посчитала. Ну и все, банки стерилизуются, сейчас буду закручивать. Все это, надеюсь, все будет стоять. Погода у нас изменилась. Погода изменилась. Ночью был гром. Дождь, пока я тут все делала. Хорошо, что мне с 3 часов. Я легла спать, муж не разбудил в 11. Я очень злющая. Зеркало не смотрю. Ой, зеркало на себя не смотрю. Голова раскалывается.
пока там суп приготовила, то да сё, собираться на работу, я зашла в ванну, а голова болела, я померила давление высокое. Зашла в ванну, как глянула на свои глаза, а они, их не видно, они тут все опухло. В общем, одну таблетку, каптопресс у меня валялся. Каптопресс, одна таблетка, это производство Украины Дарница. Ну, наверное, срок годности закончился лет 10 назад. Не знаю, каким образом она. Может, от мамы, но она не пила их. В общем, я эту таблеточку под язык. Сразу просветление у меня в голове. Добавила салфадеин таблетку. Ну и все, и пошла на работу. На работе меня спрашивают. Наталья Ивановна, у вас случайно, как вы себя чувствуете? Я говорю, вообще, еле живая, вас дергается. На улице холодина, ветер. У нас там что-то град показывали. Ну, по WhatsApp рассылают какой-то страшный. В общем, холодно. А у меня завтра отпуск. Завтра, не знаю, я пригласила Раису Михайловну к себе в гости. Завтра год как мамы, нет, не года, а 3 года. Ну, в общем, годовщина. Не знаю, придет она или нет, потому что такая погода. Ну, в общем, созвонимся. Поэтому что там, размораживаю рыбу. Ну, еще что-нибудь придумаем. И завтра мне в парикмахерскую на 3 часа. Все, отключаюсь. Потом, когда все это закроем, еще покажу, может. Ну что, не без потери, конечно. Вот банок еще у меня нет. Из того, что было, поставила на прожарку. В общем, 1-литровая треснула, но только сразу, да, в начале. И 2-литровая треснула, в общем, уже когда я закрыла. Пришлось это все в мусорку. Ну, а это то, что получилось. И получается, банок не хватило. Вот еще, я не знаю, сколько это, 3 литра, наверное. Поставила еще прожариваться банки. Ну вот, это сейчас понесу укрывать в тепло сразу. Принесла укрывать. А Матвей спрашивает, о, мама, сколько грибов? Говорит, а те грибы уже можно есть начинать? Или только зимой? Ну, я думаю, что только зимой надо есть грибы маринованные. Ну, вот останется там, если в банку что-то не войдет, я тебе оставлю. Ну, может, специально оставлю. Если я выживу, ты их не ешь сегодня. Давай это. Ну, я надеюсь, что я ни одной поганки не принесла. Но ты это... Конечно, не подохнем. В общем, ты должен будешь до утра терпеть, следить за мной, живая или нет. Я спать буду. Ну, хотя бы утром, если что, скорую вызовешь. Ну что, миссия выполнена. Получилось здесь 2 литра и, ну, 400, пол-литра почти. Но эту банку уже и не закрываю крышкой. Оставлю Матвею. Она говорит, помирать так вместе, завтра пойдем, в общем. Ну, я уже, наверное, рассказывала. Вот я всегда по отношению к опятам, такое у меня отношение, думаю всегда, что может быть. Вот они, дай бог, ошиблась. Так, что еще тут рассказать? Когда были с Матвеем в магазине, мы же пошли за кастрюлями. А Вова, хоть он и на вахте, но он вообще в курсе всех событий наших. Я говорю, Вова, пойду покупать кастрюлю. Ты без меня не купишь. Я говорю, смешно. Ну почему я без тебя не куплю? Ты не понимаешь. И как заведемся, как заведемся. У нас есть такое, мы же все понимаем, сами знаем. А если нам что-то подсказывает, ну если не спрашивает. Я обычно, если что-то не знаю, я спрашиваю. В общем, и диаметры, и ты понимаешь, я говорю, ладно, все померяю, замеряю, ну, в общем, кастрюли, думаю, верхнюю полку на старые, в общем, кастрюли давно нужны были. И там еще хотела лопатку купить, а продавец, в общем, у меня много чего, он, конечно, хорошо меня обслуживал, наверное, как я своих покупателей. Он говорит, зачем вам, вот смотрите, какая штука классная, переворачивает. Вот завтра я проверю, буду рыбу жарить. Вот эту штуку, ну, купила я за 146 рублей. И этот, господи, как его?
Ничего мыть сегодня не буду, потому что уже глубокая ночь. Вот такую вот еще лопатку. И что еще? Ножей накупили. В общем, еще вот такой нож. Он говорит, у меня жена повар. Она так, ну короче, этот нож, скажем, тупой, не тупой, ну не знаю. Вову будем ждать. Вердикт он свой скажет. А вот этот вот купили вроде ничего. Хотя у нас целая куча ножей, но... В общем, Матвей просил нож купить. Все. А, еще что. Заказала в аптекару салфетки очищающие для очков. Влажные. Потом сначала очки протираю. Сегодня получила очки, протираю. А потом уже телефон. Телефон покоцала. И... Что тут накупила? Шампуни через раз. То Head & Shoulders, то вот эти вот. Что-то подсилила я хорошие, мне понравились. Завтра же гости придут. Вот такие арома шампунь Ботаника разные. В аптекару дезодоранты дешевые. Что-то по 160 или по 170 рублей дезодоранта и зубной паст. Сейчас стали пользоваться локолютом. Вот Вова купил первый себе. Ну, я все экономила. А он купил и потом стала покупать, и все, экономия и забыла. И вот паста для ежедневного применения. Крепкие зубы, здоровые десны. Потом еще какой-то локолют с мультиформула 5 в одном. И белые зубы, и защита кария, и свежее дыхание, и зубная эмаль. И еще одну маленькую. Там тоже вот они в аптекару почему-то дешевле, чем в супермаге, чем в аптеке обычно. И вайт. Природная белизна. Для восстановления, поддержания. Ну, в общем, все. Пошла спать. Всем пока. До новых встреч.